Привет, в этом видео покажу все причины, почему ты не можешь зайти на сервер Minecraft. Приятного просмотра. Первая причина — это то, что на сервере установлены моды, и вы их не установили свой клиент. Либо на сервер можешь зайти только с помощью специального лаунчера. Для решения этой проблемы вам нужно установить специальные моды, которые стоят на этом сервере, или установить специальный лаунчер этого сервера. Следующая проблема очень популярна. Не удалось проверить имя пользователя. Это означает то, что на сервер можно зайти только с лицензией Майнкрафта. Как решить эту проблему, я показал в этом видео. Увидеть это видео можно по этой подсказке. Следующая проблема — то, что вы написали несуществующий IP-адрес. Следующая проблема обычно связана с ником в Майнкрафте. Ник в Майнкрафте не должен иметь больше 16 символов или меньше 3. А также он должен иметь только английские буквы и никаких спецсимволов. Последняя причина — это то, что вы используете не ту версию клиента, чтобы зайти на этот сервер.